Украинская полиция нашла под Киевом огромный подземный склад оружия. Даже у опытных оперативников глаза на лоб полезли. Под землей, в подвале коттеджа, обнаружили они 60 ракет для града, 150 мин, 3 десятка танковых снарядов, пушки, БМП, пулеметы, гранатометы и даже авиабомбу. Все это продавали через интернет-магазин под видом так называемых макетов. Ну, то есть оружие, которое не стреляет и может, например, на параде участвовать. В этом, правда, у полицейских появились сомнения. Чтобы развеять их, боеприпасы отправили на баллистическую экспертизу. И сейчас следователи ищут каналы поставки найденных образцов и тех, кто же продавал и покупал их. Смотри, том 1.